Thank you very much for this nice introduction, and thank you above all for this wonderful opportunity to give this presentation here in St. Petersburg. Большое спасибо за ваши теплые слова. Большое спасибо за приглашение. Я очень рад быть сегодня здесь с вами и сегодня выступить перед вами с моим докладом здесь, в Санкт-Петербурге. In my presentation, I will show you a new method in the social science, which has a long history, but developed only within the last 30 years in a way that is now used in many areas in sociology, political science, in geography, and also in economics. Сегодня я буду говорить с вами о методе, который известен был уже довольно давно, но особенное распространение он получил в последние 30 лет. И этот метод теперь используется в целом ряде наук. Это и социология, и политология, и даже экономика, и ряд других направлений. In my presentation in this evening, I will first tell you something about the basic ideas behind the network concept, where it started, and how it was transformed into a scientific concept. Сначала, в начале презентации, я скажу несколько слов о концепции сетевого анализа, анализа сетей, как эта концепция зародилась и как она развивалась в дальнейшем. And then I will show you some basic analytical, descriptive analytical concepts, and will show some applications in science and innovation studies, but also in the areas of sustainability analysis, climate policy and toxic substance control act. Затем поговорим о базовых аналитических концепциях, которые используются в анализе сетей, и об их применении в таких направлениях, как устойчивое развитие, исследование изменения климата, контроль токсических веществ и так далее. And one of the last applications and new innovations in network analysis is the application of this analytical technique to discourses, that you draw connections between actors and discourse items and especially show the dynamics in the evolution of discourses. Поговорим также еще об одном направлении, еще об одном методе использования анализа сетей, который появился совсем недавно. Это анализ дискурса, дискурсивный анализ, когда мы анализируем акторов дискурса и объектов, и анализируем также их взаимодействие. In many areas, science has started from metaphors. I'm sure you know Plato, who had the idea of a ship representing the state, and the statesman as the captain of the ship. Вы, вероятно, знаете концепцию, которая восходит еще в древние времена, во времена Платона. Платон описывал государство как корабль и политика как человека, который управляет этим судном, как капитана судна. And also in network analysis, it starts from metaphors. And essentially there are three metaphors, three different metaphors, which convey quite different ideas. В анализе сетей мы также используем метафоры. В частности, есть три метафоры, три сравнения, которые довольно точно описывают всю концепцию анализа сетей. The first two, the spider web and the fisher net, give a precise idea about links between items. В частности, вот два первых примера – это сеть паутина, сеть, которая плетет паук, и рыбацкий невод. Здесь сразу видны взаимодействия между узлами сети и связи между этими узлами. But there's also the concept braid. In German it was very much used during the last 30 years. And he analyzed
the so-called Politikverflechtung. And as dependencies and decision making in a federal political systems between the different levels in the parliament, between the Bundesrat and Bundestag. And but he explained it as a more or less as a braid. And a braid is more precise, is not as precise as, for example, the web. Ну, есть еще и третья метафора, третье сравнение, это переплетение, как косица такая, которая была, эта метафора была очень популярна в Германии последние 30 лет, в частности, один из наших ведущих политологов, Фриц Шарф, использовал понятие Verflechtung, немецкое, то есть сплетение, переплетение, описывая концепцию взаимодействия властей на разных уровнях, то есть Бундесрата, допустим, с Бундестагом, взаимодействие между различными акторами на политическом уровне. And the I think the progress in network analysis essentially was the mathematization of this type of analysis. And and this is actually already started with Leonhard Euler. Большим прорывом в области анализа сетей была так называемая математизация этого процесса, то есть перемещение его в математическую плоскость. Первым это придумал, первопроходцем здесь стал Леонард Эйлер. Леонард Эйлер, he is from Swiss origin, but he was a professor in Königsberg, now Kaliningrad. And he, as many mathematicians, has used the everyday problem to formulate an analysis. Эйлер был швейцарцем по национальности, но большую часть своей жизни провел в Кёнигсберге, Калининград нынешний. Как все математики, он часто задавался тем, как решать повседневные проблемы, проблемы повседневной жизни с помощью математических методов. So he perhaps he walked around Königsberg perhaps in the same way as Immanuel Kant, and he crossed all the seven bridges. And one time he asked himself, is there a walk through Königsberg possible, where you only use one bridge one time? Он, как и, возможно, Иммануил Кант, гуляя по Кёнигсбергу, пересекал все семь мостов и в один момент задался вопросом, можно ли пройти все семь мостов через реку, пересекая каждый мост только один раз. So he formalized these bridges as links between the different land masses in this way. This is more or less an abstraction and a more precise formulation of the problem. Он представил расположение мостов вот в таком схематическом виде, перевел их в математическую структуру, и с одной стороны эта структура была более абстрактной, менее имела отношение к жизни, а с другой стороны она была более точной. Мосты в данном случае выступали как связующие элементы земных массивов. And with his formal axiomatic method, he proved that there is really no walk over these seven bridges. This is impossible. И используя эту изобретенную математическую модель, он доказал, что невозможно пройти по всем семи мостам, пересекая их только один раз. And at that time, an Eulerian walk is defined as a graph, as a path that uses each edge exactly one. And it is said if such a path exists, the graph is called traversable. Это стало называться Эйлеровой тропой. Если маршрут может быть проделан без повторного пересечения любого из компонентов, то такая модель называется пересекаемым графом. So this was actually the birth of graph theory. And graph theory is direction of mathematics which uses a set of definitions for configurations between links and points. Between, yeah. Так появилась теория графов.
Теория графов – это теория, которая дает определение, прежде всего, графу как таковому. Граф – это G равно V, запятая E. Это объект, который сформирован с помощью комплекса V вершин или узлов, и также комплекса связей или ребер, которые объединяются друг с другом, образуя вершины. And a link to an object itself is called a loop or a reflexive relation. Здесь используется специальная терминология, в частности, есть вершины или узлы, есть, как я уже сказал, ребра или связи. И если связь вершины завязана только на одной самой вершине, это называется контуром или петлей. And for example, if between two nodes there are simultaneously several links, it's called a multiplex link. Если, допустим, между двумя вершинами или узлами есть двойная связь, которая идет в обе стороны, то это называется множественным ребром. And then there's also the distinction between a directed link, which has an arrow where you know the direction, or an undirected link where the direction is not known. Разделяют также направленные ребра, когда направление движения известно между вершинами, и ненаправленные ребра, когда, соответственно, оно неизвестно. And then, graph theory has developed a multitude of concepts, for example, also for the definition of central position in such a graph, such a configuration of links. Впоследствии появились новые термины, новые определения. В частности, было дано определение центральной позиции самого среднего звена в графе. And also definition, for example, that characterize whole networks such as density, how dense is a network, how sparse, on how connected is a network, or does it is it decomposed in several unconnected components? Появились также другие со временем характеристики графа, такие как плотность графа, то есть это насыщенность вершин в рамках одного графа, или наоборот их разбросанность по всему графу, и связанность, наличие сильных связей и наличие большого количества связей между вершинами в одном графе. And one direction of analysis is this so-called centrality analysis, where you look for central positions in a graph, and centrality analysis, if you have large graphs, needs complex algorithms, for example, defining with different criteria the central position in such configurations. Как я уже сказал, центральное положение в графе – это очень важный критерий, и со временем были разработаны сложные математические алгоритмы для определения так называемой центральности графа. Вот здесь на слайде вы видите граф, дидактический граф, который был разработан моим коллегой в Констанцском университете. Его зовут профессор Ульрих Брандес. Он из отделения, из факультета компьютерных наук. And this graph demonstrates that the central position depends from your analytical concept of a central position. And there are essentially here three different analytical concepts, which define a central position. И согласно этому графу, центральность, центральное положение в нем зависит от применяемой аналитической концепции. В данном случае мы видим сразу три аналитические концепции, которые определяют центральность графа. This is on the one hand centrality based on degree, then based on closeness, and third based on betweenness. Let's start with centrality based on degree.
Это центральность по степени, центральность по близости и центральность по посредничеству. Начнем с первой, со степени. Начнем с первой, центральность по степени. Центральность по степени определяется количеством отношений, которые есть у той или иной вершины. В частности, согласно этому подходу, у нас центральность в секторе, в вершине D, потому что он, у него сразу 4 ребра, 4 связи. Центральность по близости – это вторая центральность. В рамках этой концепции центральность принадлежит тому узлу, той вершине, которая обладает самыми короткими геодезическими линиями, так называемыми геодезическими. То есть это вершина, у которой меньше всего связей со всеми остальными вершинами. То есть чтобы попасть из одной точки в другую, нужно меньше всего связей. Then the third important concept is centrality based on betweenness, which is based on the idea that an actor is central if it controls geodesic connections between all the actors. If he is on such connections and then able to control the flows between the different actors. Третья центральность, центральность по посредничеству. Это означает, что центральным признается та вершина, которая может контролировать геодезические линии остальных вершин, которая может контролировать потоки, идущие от других узлов или вершин. Итак, метод анализа сетей, сетевого анализа, располагает рядом подходов и инструментов для сложного математического анализа. Здесь стоит отметить, что используются реляционные данные, то есть данные отношений, а не, скажем, атрибутивные, то есть данные по атрибутам, по характеристикам объектов. Допустим, возьмем такой пример. Есть три организации, которые обладают рядом атрибутов, характеристик. У них может быть их размер, количество сотрудников, может быть, допустим, имеющиеся ресурсы или год основания. Это все атрибуты. Но на деле оказывается, что эти организации могут быть взаимосвязаны между собой. Как это представлено на графе в левом нижнем углу, это могут быть связи коммуникативные, они показаны красными линиями, или могут быть, допустим, связи влияния. Допустим, в политике, если какой-то актор, какая-то организация является влиятельной, она может, соответственно, влиять на действия других организаций. And these relationships here,
for example, this the inverse relation usually represented in matrices. And this is a valued matrices which represents the different intensities of inference. Такие отношения, отношения влияния, часто представляются в форме матрицы. В частности, здесь такая матрица изображена, матрица влияния, где указаны значения степени влияния в зависимости от влиятельности организации. А отношения коммуникативные, мы не знаем, в какую сторону направлена коммуникация, в отличие от влияния. То есть это ненаправленные графы, поэтому их можно представлять в форме бинарной матрицы, то есть 0, единица, 0, если коммуникации нет, и единица, если коммуникации есть. Все эти данные представляют собой данные о сети. Таким образом, мы видим существование сетей. И эти данные в настоящее время можно анализировать различными способами. Я считаю лично, что наиболее эффективным инструментом для этого является программа INET. Вот здесь как раз представлены скриншоты диалоговых окон, процедуру инструментов, которые можно использовать вот в этой программе UCINET. Организации, которые мы рассмотрели на предыдущем слайде, представляют собой одномодальные сети, так называемые, когда есть только один общий компонент, критерий сетей. Различают также одномодальные и двумодальные сети или графы, когда представлены компоненты из нескольких сетей, которые вступают в взаимодействие между собой. Такие модели, бимодальные модели сетей, часто используются для определения связей, сетей связей между различными акторами. Анализ сетей связей позволяет нам установить косвенные взаимоотношения, косвенные связи между различными акторами. Допустим, это могут быть взаимоотношения через события. И вот, как мы видим на такой модели сетей связей, актор А связан с прочими компонентами, в частности, с актором Б и актором С. Для этого в математике используется матричное умножение, но вам не нужно, в общем-то, быть профессором математики, чтобы создать такую модель, потому что за вас это может сделать очень удобно как раз среда UCNet. И
Впоследствии, еще позже сегодня мы поговорим о том, как это важно и как это можно применять в различных целях. Отношения, которые можно анализировать, на самом деле огромное количество существует. И недавно была опубликована статья в журнале Science, ее автором стал Стив Баргатти, это один из основных теоретиков, ученых анализа сетей в США и во всем мире. Вот он в этой статье рассказывал о применимости анализа сетей для точных наук и для науку об исследовании окружающей среды. В частности, к таким отношениям относятся отношения родства или отношения чувственные, там, любовь или ненависть. Это могут быть когнитивные отношения, когда человек что-то знает или знает о чем-то что-то и так далее. Это могут быть взаимодействия между различными акторами, как, допустим, там, поговорил с кем-то, занимался сексом с кем-то. Также это могут быть потоки информации, потоки ресурсов, потоки знаний и так далее. Interestingly, you can also use indirect relations, which are essentially similarities. When actors have relations to attributes, and if they have similar attribute profile, you can indirectly, as I have shown you by this Tumor network, create also complex relational profiles. Используется также, помимо прямых связей, используется анализ косвенных связей, когда мы прослеживаем связь актора с какими-либо атрибутами, и по результатам таких анализов мы выделяем несколько групп акторов со схожими атрибутами, и в дальнейшем уже проводим анализ этих групп. Я еще об этом сегодня буду с вами говорить. На самом деле взаимоотношений может быть огромное количество, это могут быть сферы политики, экономики, естественных наук. Но я хотел бы привести такой более интересный, более живой пример. Вы все, наверное, знаете Евровидение, конкурс. Если вы смотрели, то в Евровидении, вы, наверное, знаете, что в этом году Швеция с Россией соревновались, боролись за первое место, а вот, допустим, Германия и Австрия получили ноль голосов, им никто ничего не поставил. И по результатам таких взаимоотношений вы можете провести анализ центральности компонентов. Designed in a way that
they represent the number of points one country gives another country. And для этого хорошо подходит такая программа, вот Визоны называется. Она написана на Яве, она мультиплатформенная, совершенно бесплатно можно скачать из интернета. Она позволяет визуализировать вот эти связи, и более того, можно контролировать параметры, которые вы задаете системе. Допустим, сказать, что связи должны быть не менее какого-то числового значения. То есть увязать, допустим, связи между узлами к числу полученных баллов с разных стран. That it should design the area of the circle according to the sum of the votes a country has received. И, допустим, кружки будут пропорциональны количеству полученных голосов той или иной страны, соответственно, больше или меньше будут. So both based on this layout and design decisions and criteria, you get this this configuration. И вот если вы так все сконфигурируете, то получится такое вот наглядное отображение результатов. I did another analysis with this data, and I dichotomized the data in a way that I said keep all relations as zero if they are below 8 points, and only 8 points and greater than 8 will be designed as an arrow, as a link. И, допустим, я еще с этой моделью игрался, делал другой эксперимент. Я сделал дихотомичную модель, дихотомизировал, так сказать, эту модель, сказал системе, чтобы она отслеживала только связи, которые были 8 баллов и больше. То есть, если страна получала меньше 8 баллов, то система эту страну не учитывала в расчетах. So the value matrix was transformed in a binary matrix. And this binary matrix was represented by this now by this graph. And he and in yeah. И таким образом матрица показателей параметров была преобразована в бинарную матрицу, которая в свою очередь была преобразована вот в такой график. And this procedure then makes it visible compared to the other figure, which is contains much much more information. Now. You take out information, but you get a better structure, which shows that each of the countries with the highest number of points had their own cliques, country cliques around them. Russia, Sweden, and Italy. И вот такая модель позволяет, то есть она немножко более грубая, не такая подробная, как предыдущая модель, но, с другой стороны, она более наглядная. Она позволяет вам смотреть сразу основных акторов видеть, и на такой вот модели, на таком графе сразу видно, что у некоторых стран есть свои клики, так называемые. То есть вот у Швеции, у России и у Италии у них есть свои клики стран. So, this should have now explained the basic ideas of network analysis, what this procedure is doing, and now I show some applications of this method in substantial areas of scientific research, first in science and innovation studies. Ну вот мы поговорили сначала о базовых понятиях анализа сетей, а теперь перейдем к практическому применению нашего метода в различных областях. В частности, сначала поговорим о науке и об инновациях, как это там используется. In innovation studies you can, for example, do analysis of innovation networks, which is often just analysis between the science, for example, university institutes, research institutes, and industrial firms. And also financial actors, which support these activities. But in a broader sense, it's more innovation policy. We have also professional associations in business clubs, trade associations, and governments supporting this. Intergovernmental organizations, for example, the OECD does a lot. The European Union is doing a lot in innovation policy. But also international non-governmental organizations are very important in this area, in this whole network.
Вот что касается исследований инноваций, можно проводить анализ непосредственно, создавая инновационные сети, то есть сети инноваций. Тогда мы говорим о нескольких акторах. Это может быть промышленность, индустрия, наука и финансовый сектор. А если мы говорим о более широкой сети, сети политики в сфере инноваций, то туда подключаются ряд дополнительных акторов, такие как профессиональные ассоциации, университеты, научно-исследовательские институты, бизнес-круги, промышленность, торговые ассоциации, некоммерческие международные организации, в частности, вот ОСР делает очень много для развития инноваций, Евросоюз, конечно, тоже в этом участвует. И здесь можно проанализировать очень большое количество связей, взаимоотношений, которые применяются как и в сетях инноваций, так и в сетях политики в сфере инноваций. Это может быть знания, которыми обмениваются акторы. Или, допустим, это может быть опыт взаимодействия, которым обмениваются также акторы работы над одним проектом вместе. Потоки материалов сюда могут относиться как деньги, так и человеческие ресурсы. Можно также анализировать такие взаимоотношения, как конкуренция, допустим, потому что очень часто в инновационной сфере акторы не только сотрудничают, работают вместе, но и конкурируют между собой. И в таких сложных сетях, когда у нас есть одновременно и кооперация, взаимодействие, и конкуренция, очень важным фактором является фактор доверия. И поэтому основными целями здесь являются обмен знаниями и также обмен рисками, то есть разделение рисков. Также сюда относится защита прав собственности и доступ к новым рынкам. А сейчас я вам покажу один студенческий проект. Этот проект исследовал нашу инициативу, так называемую инициативу передового опыта, которая была запущена в 2005 году, когда канцлером был Герхард Шрёдер. В рамках этой инициативы университетам оказывалась поддержка для развития их конкурентоспособности, улучшения ситуации, материальная поддержка в размере 4-5 миллиардов евро. И конкуренция за получение финансирования велась сразу на нескольких уровнях. Это была как уровень, допустим, докторантуры образовательных учреждений, предоставляющих такие услуги, потом на уровне наших вот так называемых кластеров передового опыта,
И на уровне университетских стратегий, которые называются концепция будущего, когда университеты предполагали, что будут разрабатывать свои концепции о том, как они будут обеспечивать свою конкурентоспособность в будущем. And one criteria was, if universities were able to succeed in all, at all three levels, then they got the label excellence universities. И критерий был следующий. Если тот или иной университет по всем трем направлениям был успешным, то он получал такой как титул университет, обладающий передовым опытом, excellence university. And you see that where the university where I come from is one of these universities, but for example also the free university in Berlin and the Humboldt universities are excellent, but also the LMU in München and the Technical University of München. So it's two handful, about a dozen universities have now this label of excellence. И вот видите, кружком обведен мой университет Констанцкий, который получил титул передового университета. Ну вот видите, в Берлине еще свободный университет, университет Гумбольдта, технический университет Мюнхена. Всего получил примерно 12 университетов такой вот титул и такое финансирование. Bring in more competition in the German university system, but also more cooperation and more networking. И эта инициатива, на мой взгляд, была весьма успешной. Университеты конкурировали между собой, они стали более конкурентоспособными, но при этом они также и стали более тесно взаимодействовать между собой. И наша вот главная организация германская DFG, которая, собственно, занимается вопросами финансирования, выделяет средства университетам, каждый год публикует доклад о финансировании. И в частности, вот в прошлом докладе они там опубликовали такую сеть, на которой представлены все научные дисциплины германских университетов, и показано, как они все взаимодействуют, взаимосвязаны друг с другом. То есть это говорит о том, что наш анализ сетей используется уже в том числе вот даже на таком уровне. And, I was using this method in a student project in the frame of a seminar on innovation policy and technology management. And, one of the studies was done by a Russian student, by Olga Lidyak, and she had the following task. We had a task of excellence at our university. And so the task was to analyze the cluster. Are the people in the cluster really cooperating? Who cooperates with whom at which level? Мы проводили, у нас был студенческий проект в нашем университете, который разработан русской, российской студенткой Ольгой Литвяк. Проект касался политики в сфере инноваций и технологий. Целью проекта было определить, какие акторы в рамках этой сферы взаимодействуют друг с другом. И если они взаимодействуют, то как они это делают? So she has gathered all the information about publication and put them together in one database and depicted it as, on the one hand, the co-author relations, which publish together a paper, the co-author. И вот она собрала все данные о научных публикациях, которые были доступны, и создала вот подобную сеть. Здесь вот первым пунктом было представлено отношение между авторами, между соавторами, когда несколько человек публикуют работу в соавторстве вместе.
And these are the blue here the blue points and lines. Вот они синим цветом представлены. Видите, вот эти синих связей между отношений между соавторами, их относительно немного. И мы объяснили это тем, что здесь мы имеем дело с гуманитарными науками, и в сфере гуманитарных наук не принято, нет культуры соавторства. Каждый предпочитает делать публикации под собственным именем. И чаще представлены взаимоотношения автора-редактора, когда автор с редактором вместе публикуют какую-то работу или книгу под своими именами. И также встречаются взаимоотношения редактор-редактор, когда несколько редакторов редактируют материал и публикуют его в виде книги. And, within the cluster there is a third level of cooperation. This is cooperation in events, for example, such an event like today, this evening, for example, a round table on a topic, or a talk, somebody is coming to the university and is invited by some people, and this creates also cooperative relations. Есть еще один тип взаимоотношений. Это взаимоотношения, которые возникают во время проведения мероприятий, когда, допустим, организуются круглые столы или семинары, и люди приходят туда и взаимодействуют, общаются между собой. Или, допустим, вот как у нас сегодня, когда приглашается лектор, и он делает какой-то доклад, выступление. So this, method, enables you precisely describe the different forms of cooperation. Таким образом, это позволяет описать очень точно, с высокой степенью точности, уровень взаимоотношений между различными авторами и их качественные характеристики. Еще другой анализ, который также наши студенты проводили, это анализ кластера, научного кластера, который называется Биолаго. Он располагается рядом с Константским озером. Это кластер, который работает с естественными науками, занимается изучением естественных наук. So здесь вот какие есть у нас акторы. В середине штаб-квартира кластера, потом желтым цветом показаны специализированные компании, фирмы, это биотехнологии, фармацевтика и так далее. But there are also lots of consultancy firms, the blue ones. А вот синим цветом, и тоже этих пунктов довольно много, показаны фирмы-консультанты. А вот зеленым цветом показаны научно-исследовательские учреждения, в частности, вот вы видите наш Константский университет и биологический университет Тургау, который вот чуть выше находится. Он вообще-то в Швейцарии, но озеро Констанц располагается совсем рядом с границей, и мы тесно сотрудничаем с нашими швейцарскими коллегами. And also,
looking at this place now, for example, the county of Konstanz and the respective county in Switzerland, in the Canton Thurgau. И также есть акторы, представляющие административные ресурсы, то есть администрация, в частности, администрация нашей земли и администрация кантона Тургау в Швейцарии. А в середине, видите, точка, на которой сходятся все информационные потоки, все связи, это то, что мы называем бюро нашего биокластера, это место, где располагается руководство кластера. Ну и очень хорошо, на самом деле, что административный центр у нас находится действительно в центре всей этой системы. Представьте, что студенты сделали бы проект, и оказалось, что административный центр находится где-то на задворках, на периферии этой системы. Это просто была бы полная катастрофа. Но студенты также измеряли не просто все информационные потоки между всеми акторами, но взяли только научную информацию. И здесь, видите, у нас посередине находится наш университет Констанц. И здесь, наоборот, было бы полная катастрофа, если бы университет был бы на периферии. И вот видите, что сам этот административный центр здесь находится на периферии. В плане научными знаниями он не играет столь важной роли, но если мы берем всю информацию в целом, все знания, то тогда, да, он стоит в самом центре, на первом месте. Это что касается применения анализа сетей в сфере инноваций и технологий. Теперь поговорим о другой сфере применения законодательства в области политики изменения климата. Вот что касается анализа климатического законодательства, здесь можно сказать, что для такого анализа требуется достаточно конкретное, специфическое понимание, подход к процессу принятия решений и законов в этой сфере. Допустим, представим, что в процессе, в законодательном процессе, в политике, в общем, принимает участие большое количество акторов, и власть, и влияние у этих акторов распределено между ними. И здесь получается двоякая ситуация, когда с одной стороны
акторам требуется достигнуть какой-то общей цели, им приходится взаимодействовать друг с другом, кооперировать друг с другом. Но, с другой стороны, это политика, где каждый актор хочет иметь больше влияния, чем все остальные, и ведется борьба за власть, борьба за влияние. И такой подход, сетевой подход, предполагает, что не существует априори какого-то набора политических акторов, которые будут наиболее влиятельными в этой сфере. Для этого нужно проводить дополнительные исследования, что называется, в поле, нужно идти, выходить на улицы и проводить опрос населения. В частности, я уже несколько десятков лет назад проводил исследования в сфере Германии, в сфере контроля токсических материалов, токсических веществ, и я проводил опрос населения, в формуляре был вот такой вопрос. Какие организации, на ваш взгляд, вы считаете самыми влиятельными в области контроля токсических веществ? И нужно было поставить крестик напротив соответствующей организации. Если организация в этом списке отсутствовала, то опрашиваемые должны были добавить соответствующую организацию. И таким образом, мой список, который я изначально подготовил, со временем, как снежный ком, увеличивался и нарастал. И потом всю эту информацию можно собрать в одну матрицу и провести визуализацию этой информации, что в частности было и сделано с помощью инструмента Визоны. Вот здесь в сети показаны все самые наиболее влиятельные организации. Но не все они государственные правительственные органы. Вот в частности здесь есть министерство. Но в самом центре вот это союз химической промышленности. А вот это, допустим, это германский научно-исследовательский союз, о котором я уже упоминал ранее. Таким образом, мы получаем довольно сложную систему, в которой присутствуют как государственные учреждения, так и представители бизнес-сообщества, научно-исследовательские организации, международные организации, такие как Европейское сообщество, допустим, или ОСР, то есть самые разные акторы. Of
А здесь визуальным образом показан информационный обмен. Обмен информацией, который происходит в рамках той же самой системы. Опять же, эта визуализация была сделана в среде визона. И здесь, вот в плане обмена информацией, в середине находится федеральное министерство, которое отвечало за проведение вот этого проекта. Два других, очень близко к центру расположенных актора, это Министерство внутренних дел и Министерство по защите окружающей среды. Тут интересно отметить, что в начале 80-х в Германии не было министерства, которое бы ведало вопросами окружающей среды и природоохранного законодательства. Такое министерство было создано только после аварии на Чернобыльской АЭС. Интересно еще, что политические партии, в том, что касается обмена информацией, все находятся на периферии. Вот здесь мы видим и социал-демократов, Христианско-демократический союз, Свободную демократическую партию и так далее. И относительно недавно проводилось другое исследование, аналогичное предыдущему по опасным химическим веществам, только здесь темой было изменение климата. Вопросы были такие же, какие организации самые влиятельные, и был также вопрос о научной информации, об обмене научными сведениями. Мы составили график на оси вертикальной, на оси X, которого было отмечено влияние акторов и их репутация, а на оси Y процентное соотношение акторов, которые имеют соответствующее влияние. То есть, если бы влияние всех акторов, всех организаций было бы одинаково, то они бы все расположились вот ровно посередине, как это показано на слайде. Синим цветом показано положение дел в Великобритании, а красным в Германии. Мы сравнивали две различные политические системы. Вы видите, что в Великобритании влияние распределено гораздо более неравным образом, чем в Германии. Меньше процентов акторов контролирует больший объем влияния. The reputation with respect to the information exchange source.
А вот здесь показано на слайде соотношение всех 30 наиболее влиятельных британских акторов в том, что касается их репутации, их влияния и объема научных знаний, которыми они располагают. И получается, что в Британии есть много акторов, которые не имеют большого значения, большого влияния и не участвуют в обмене информацией. И есть несколько, наоборот, очень влиятельных акторов, которые активно участвуют в обмене научной информацией. И видите, в Германии ситуация совершенно иная, более плюралистичная. У нас есть большое количество акторов, которые обладают и влиянием, и участвуют в обмене знаниями. А вот интересно, допустим, что администрация канцлера Меркель, она обладает очень большим влиянием, но практически не участвует в обмене научными знаниями. В то время как Потсдамский институт исследования климата, это наш главный аналитический центр в стране, think tank, он наоборот, влияние у него ниже, зато участвует в информационном обмене, он гораздо более активный. И ряд также международных организаций, таких как Greenpeace, Европейская комиссия, МГИК, партии зеленых также, все они активно участвуют в этом процессе, представлены здесь, христиан, демократы тоже. I'm already advanced very much. I will skip very quickly to the rest. Here is also one visualization of the German Climate Policy Network. And here it's a clustering of different sectors. You collapse the different actors according to the sectors and look how dense is the relationship between these different sectors. Then you can use all of this visualization of the zone. У нас время уже подходит к концу, поэтому я ускорюсь. Вот на двух слайдах представлена ситуация в Германии, что касается климатической политики, политики в сфере изменения климата. На данном слайде показана визуализация кластеров и акторов, которые представлены в тех или иных кластерах, как они взаимодействуют друг с другом. Если разбить эту модель на отдельные компоненты, то там появляется огромная вариативность, можно очень много и очень долго анализировать и говорить об этом, но у нас, к сожалению, время уже на это не остается. Вот анализ клики. Блоковое моделирование. Это тоже более детальная модель, визуальная модель блокового анализа, что там происходит. But,
Давайте поговорим еще несколько слов о дискурс-анализе. Это новый подход, новый аналитический метод, который появился буквально вот в последние несколько лет. You can take the idea of these two modes networks, which I explained in the beginning. Помните, вначале мы говорили про бимодальные сети? And use these network linkages for connecting actors to concepts. И провести связи между акторами и концепциями, концептами. Or other items of these causes, like ideas or beliefs. Или другими компонентами дискурса, такими как идеи, представления и так далее. And you can draw indirectly connections in this way that if actor one is using the same concept as actor two, then they join at this cause coalition. И можно эмпирически выстроить связи, что если такие, что если актор А использует концепт С, и актор А2 использует тот же самый концепт, то они формируют, образуют такую свою род коалицию между собой. Таким образом, можно создавать опосредованные сети акторов в зависимости от концептов, которые они разделяют между собой. Или наоборот, сети концептов в зависимости от акторов, которые их используют. И вот, в частности, анализ, который проводил Филипп Лейфельд, он у меня докторскую писал, это анализ политического дискурса по вопросу выплаты пенсии в Германии. Если посмотреть, как развивался дискурс на протяжении, скажем, 10 лет или 15, можно увидеть, что в нем постоянно происходили какие-то изменения, он эволюционировал. А это вот небольшая реклама программы, которую Филипп Лейфельд разработал, когда проводил свой анализ. Программа позволяет выстраивать сети в зависимости на основании результатов анализа содержания и анализа отношений между акторами. То есть это контентный анализ и сетевой анализ. Ее тоже можно бесплатно скачать. Мы использовали эту программу, когда мы проводили анализ дискурса в сфере климатической политики в Германии. А можно уточнение небольшое? Это, я правильно поняла, что эта программа бесплатная? Is my understanding correct that this is a free to use software? Yes. И она, но она анализирует дискурс на, то есть мы английский можем анализировать, или она приспособлена к разным языкам? Does it support only English language, or it can be multilingual? It supports all languages which are standardized in ASCII. But the problem is, if you import your text data into UCINET, then you get problems. Because UCINET is not yet
open to this variety of different ASCII codes. Программа работает, в принципе, с любыми языками, которые поддерживают кодировку ASCII, но дело в том, что может возникнуть проблема, если вы импортируете базу данных текстовую в UCI.NET, потому что вот она не... там могут быть проблемы с разными языками, она еще не все поддерживает кодировки. What's the name again of this software? This course, Network Analyzer, if you... Can you go back? Yeah. This course, Network Analyzer, and like it, then you find it in Вот она так и называется, Discourse Network Analyzer. Просто в Гугле. So we used here, for example, not to analyze policy positions, but frames. How, for example, climate policy was seen, for example, as an economic burden for the whole country or for individual firms. This was a macroeconomic frame and a microeconomic frame. And эта программа позволяет анализировать не просто позиции дискурсивные, но и некоторые такие более крупные сегменты. В частности, вот у нас был микроэкономический сегмент и макроэкономический сегмент. Допустим, как изменения климата сказываются на ситуации во всей стране и на ситуации с отдельными компаниями внутри страны. And we were asking, what happened with the climate policy frame after the economic crisis 2007? And we expected that economic problems press away И нам было интересно посмотреть, как изменилось восприятие дискурсивное изменение климата после экономического кризиса. Мы ожидали, что после экономического кризиса вопросы, связанные с изменением климата, отойдут на второй план, то есть кризис их как бы задвинет на второй план. So, and as we expected, in the crisis, the different countries in the world were really hit in 2007, but it took some time until the crisis really reached the labor market and the whole economy. It was 2008. In 2008, the macroeconomic frame then moved into the center and displaced other perception of climate policy. И действительно, несмотря на то, что кризис начался в 2007 году, потребовалось какое-то время, чтобы он дошел до рынка труда, стал актуален для граждан. Вот в 2008 году получилось так, что макроэкономический сегмент стал доминирующим. И в 2009 году макроэкономический сегмент также был в центре внимания. В Германии кризис продолжался не очень долго, поэтому Германия из него довольно быстро вышла. Можно еще одно уточнение? Простите. Can you specify something? Just one thing. Скажите, пожалуйста, а вот анализ дискурса касался политиков, именно тех, кто занимается там, экологической политикой или еще чем-то, или не только их? Политики, как известно, много говорят. Discourse analysis. Did it cover only policy makers, people who were responsible for climate policy? Because politics, well, the politicians speak a lot about many things. Yeah, we did our discourse network analysis on the basis of the not on many newspapers because there were so many publications, so many articles. We used only the Frankfurter Allgemeine Zeitung, which is the number one quality newspaper in Germany. And it's in the center of the political spectrum. It's not on the right side and not on the left side, it's more on the center. Для дискурсивного анализа мы использовали прессу, но не все средства массовой информации, потому что их очень много и мнений очень много. А Frankfurter Allgemeine Zeitung, это газета номер один в Германии, очень качественная пресса, и помимо всего прочего, она придерживается нейтральных политических позиций. Она не левоцентристская, там, не правого взглядов не придерживается. Она очень нейтральна. Ну, то есть, фактически, это все-таки политический или такой публицистический дискурс.
и применить этот анализ, скажем, не знаю, у меня какой-то свой бизнес, и мне хочется понять что-то про своих клиентов. Это применимо, и если применимо, то непонятно, где брать эту информацию. В газетах не возьмешь. So it's more like political and public discourse. And if I say have a firm, and I want to know how it would influence, impact my customers, clients, it would probably not be very useful for me as a private company owner. Media discourse is a general public discourse. So we dressed up a category list of, say, positions or frames with regard to climate policy, and then we counted on this at all actors which showed up in this media debate. And but there were also firms, if, for example, if they are involved in the innovation of new technologies for renewable energies, photovoltaic firms, and they had certain positions, then they showed up in this public debate. Ну, действительно, это так. Мы анализировали СМИ, масс-медиа, но категории, которые мы использовали, включали в себя также ряд акторов, которые мы определяли. То есть, если всплывала та или иная категория, упоминалась в газете, то мы ее включали. В частности, там были категории фирм. Но прежде всего это касается компаний, которые занимаются новыми технологиями, зеленой энергетикой, там, производители солнечных панелей, допустим. Вот для них это было актуально, изменение климата. Немножечко подвести к той дискуссии, которая будет, да, потому что у нас представители различных практических сфер, и вот уже там краем уха я слышу, что непонятно, как это, ну понятно, как анализировать дискурс политический, но непонятно, как это применимо на практике у меня, допустим, в компании. Yeah. Что мне с этим делать? Вот с этим знанием. I'm trying to make our discourse here more practical, because we have representatives of many practical businesses here, well, down to earth, so to say, people, and they are maybe not very confident about how useful, how practical this tool may be for them, how they can use it in their practical, well, business. I think this type of analysis is not limited to the political area. For example, one of my former PhD students has created his own firm. Now he has 20 employees, and he is doing this kind of media surveillance, where he's also not only using this type of network analysis, but in general media analysis, where firms are also able to overlook and to monitor their environment, their competitors, and so forth. Who is showing up in the public debate? Такой инструмент можно применять не только для исследований политического дискурса. У меня, допустим, был докторант, который потом основал фирму, в ней сейчас 20 человек работает. Они занимаются анализом масс-медиа, следят за медиа-контентом, что появляется в СМИ. И они, допустим, это могут использовать для этот инструмент для того, чтобы следить за своими конкурентами, за тем, как меняется конъюнктура рынка. По мере поступления новых сведений, новых данных, они их анализируют и делают соответствующие выводы. Ideological and so on, and we did a study how
the Fukushima disaster affected the political discourse in Germany about the security of nuclear power stations. Вот на последнем слайде я хотел показать, как меняется политический дискурс по отношению к какой-то конкретной проблеме. Мы исследовали отношение к ядерным технологиям, к ядерной энергетике до и после катастрофы на Фукусиме. И этот дискурс, опять же, он может быть политическим, может быть экономическим, идеологическим, каким угодно. Вот на графике показано, как эта катастрофа освещалась в СМИ, черным цветом, в частности, показана Япония. И, как мы видим, в начале практически никак не освещалось, ничего не происходило, потому что японские газеты пытались не привлекать особого внимания к проблеме и говорили, что все это не страшно, и ничего такого не случилось. With regard to the atomic energy, before when we had a large contract nuclear power plant, a camp coalition, discourse coalition, and a smaller one pro, and after that this was really fragmented, and the pro was really downsized to a small sector here. Но в Германии после катастрофы произошел настоящий цунами, взрыв информации о Фукусиме. И до Фукусимы было два лагеря за АЭС и против АЭС, сторонники и противники. И противников было больше, но не в разы больше. А после катастрофы лагерь сторонников АЭС, сторонников ядерной энергетики, сократился до очень небольшого значения. Наш аналитический инструмент очень хорошо имеет очень богатый на самом деле функционал. Он хорошо подходит для анализа горизонтально ориентированных структур, горизонтальных сетей. И в частности, он особенно актуален для политологов, потому что зачастую бывает, что в политологии просто берется какое-то очень приблизительное предположение, примитивное, и оно расчленяется на отдельные кусочки в хронологическом порядке. А наш инструмент позволяет сделать гораздо более сложный и комплексный анализ ситуации. У нас в нашем университете Констанц проводятся зимние и летние школы для желающих. Вот в частности, 29-30 мая проводилась летняя школа, в которой исследовались вопросы сбора и анализа
данных по горизонтально ориентированным сетям, о которых я только что говорил. Я считаю, что это очень важное мероприятие, и мы исследуем там вопросы, которые сейчас находятся на самой передовой, так сказать, научного фронта. Thank you very much for your attention. Спасибо за внимание.